APL Seasons «Вышка» – главный образовательный форум компании APL Go. «Вышка» – это действительно правильное название. А «Вышка» – потому что это лучшее образование, которое вы можете получить в MLM-индустрии. Квалифицированные спикеры, яркое солнце, море сюрпризов и подарков, вдохновение от президента, теплое общение, сумасшедшие вечеринки, рядом самые близкие. «Вышка». Турция, Анталья. Команда организаторов приезжает за несколько дней до форума, чтобы подготовить зал для вашего комфортного обучения. Впечатляющего обучения. Участникам могло показаться, что вся эта красота тут и располагалась, и ждала их приезда. Но нет! Киловатты звука премиального французского качества. Лучший свет, который только был в Турции. Это более 50 динамических голов, подходящих нашим запросам. 9 больших светодиодных экранов для качественных презентаций и трансляций. Огромные баннеры были специально привезены для вас на форум. Зал просто поразил. Столько техники, столько экранов. Все профессионально. Креативного отдела. Не знаю, сколько человек. 40, наверное. Все работают на нас, на наш успех. Хорошо, что я не впервые вообще на мероприятии APL, потому что нормально, наверное, бы сейчас просто сознание потеряла. А как всегда, ярко, динамично, современно, новые технологии. Очень красиво. Огонь. Подарки, которые все участники получили на входе, заслуживают отдельного внимания. Мы любим подарки, и нам опять дали подарок. Сейчас будем смотреть. Я так волнуюсь. Ой, так красиво. Классная ручка, вот такой бейджик. Сразу одеваем. Крутая тетрадь, мне очень нравится вообще. Здесь так здорово все это сделано. А здесь наш любимый продукт. Их много, целый пакет. Ой, нам подарили столько продукта. Когда узнала, что будет APL Seasons, первым, что я хотела, эту тетрадь получить. Потому что я в 2019 году была, и эта тетрадь у меня помогла вот долгие-долгие годы работать. Это реально шедевр, сделанный креативным директором компании APL Ольгой Куликовой. Это не просто обложечка в стиле Instagram, здесь просто вся презентация компании. Открываем тетрадочку, смотрим, что тут у нас. Расписание форума. Очень крутой модный стикер-пак, выжимки из тренингов всех наших спикеров. Твердая такая вкладочка с рекламой, новиночек серии Beauty, официальные сайты компании, QR-коды, вы больше их не потеряете. Тренинг президента компании. Я знаю, что вы всегда теряете ссылки на Telegram-бот, на облачные хранилища, но теперь они у вас все будут под рукой. Отсканировали, зашли на ПВК, скачали, посмотрели. Крутейшая рабочая тетрадка. Завидуйте, если вы не стали участником нашего события. Я приехала на Seasons, чтобы пополнить свои знания, зарядиться энергией позитивной. И вам это непременно удастся. Состав спикеров настолько впечатляющий, что сомнений в качестве обучения просто не остается. У меня ощущение, как у спикера, это просто невероятно. Это море эмоций, море кайфа, драйва. Ну, а самое главное, я надеюсь, что наши партнеры уедут с копилкой полных знаний. Ну, и начнут эти знания применять на практике. Темы первого дня форума были направлены на развитие партнеров в бизнесе, умение работать с командой и прокачку лидерских качеств. Чем гордится компания? Как рекрутировать так, чтобы достучаться до каждого? Грамотное сопровождение партнера. Погружение в систему Go. Признание как инструмент роста партнера. Лидер для лидеров. Какой он? Как использовать видео для масштабирования бизнеса? Мы очень хотели напомнить нашим лидерам о том, что у нас есть огромное количество инструментов, которыми они могут пользоваться, которые уже созданы. Я ждала это мероприятие Seasons 5 лет. Я в большом восторге. То, что делает для нас компания, это неоценимо. Система, ну, просто обожаю. Мне очень-очень нравится. Сегодня все началось эмоционально, горячо. Мощное обучение сменяется розыгрышами призов от любимой компании прямо во время кофе-брейков. На сцену постоянно выходят партнеры за своей порцией признания и аплодисментов. Уникальностью этого форума стало сочетание обучения и мотивации. Это оценили лидеры и получили мы много благодарностей как за контент, так и за вот эту мотивационно-эстетическую составляющую. Я просто ошеломлена. И особенный восторг у меня от признания людей. Это то, что трогает мою душу до глубины. И знаете, вот признание самой низкой ступеньки. Менеджер, старший менеджер, директор, старший директор.
это так классно, это так здорово, и эта компания проводит впервые, и это то, что на меня произвело огромное впечатление, больше всего. Когда видишь признание своих партнеров из других стран, это просто супер. Это наш бизнес, это то, ради чего мы работаем. Это всегда радостно, всегда ожидаемо, мы прям полны вот таких чувств. И очень рада ими делиться. Здесь круто, здесь классно, здесь Сергей Сергеевич. Президент обрушивает на участников шквал фантастических новостей, вдохновляет и дарит подарки именинникам и лидерам. Мне президент подарил ручку Паркер на день рождения, это было что-то. Вообще, эти дни я просто в эйфории нахожусь. Просто шок. У меня было 10 февраля день рождения, и день назвал Сергей Сергеевич и подарил мне ручку Паркер. И именно там было написано Мадина Ибрагимова. Мне было так приятно. В первый день форума Сергей Сергеевич проводит бизнес-игру. Интересный опыт. Кому-то из участников посчастливилось выйти на сцену и принять в игре непосредственное участие. Остальные, не отрывая взгляда от происходящего, записывают все инсайты. Урок извлекла. Нам нужно учиться коммуницировать с нашими партнерами, слушать и слышать. Столько драйва, столько новостей. Очень-очень здорово. Супер! Я впервые вижу, чтобы вместе собралось столько успешных людей. Россия, Германия, Украина, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Болгария, Бельгия, Молдова, Турция, Грузия. Партнеры из этих стран приняли участие в форуме. Темы второго дня APL Seasons были направлены на углубление знаний партнеров в области продуктов компании и на эффективную работу с ними. Гиперперсонализация в бизнесе. Эффективная работа с серией Accumulate Essay. Алгоритм «Попробуй, расскажи». Искусство промоушенов. Марафоны для бизнеса и марафоны «Перфект». Запуск завода в России. Новинки серии «Бьюти». Мак-карты «Бьюти» и как они могут помочь в работе. Новостей, актуальной информации, пользы было так много, что можно смело поздравлять участников APL Seasons с получением высшего образования в области MLM. Обязательно нужно поддерживать эту связь с системой. Если мы ее не поддержим, мы не сможем развиваться. А такие события, компании необходимы каждому нашему партнеру. Настроение супер. Получил столько новой позитивной информации, которая просто формирует заново вот мой мозг. Второй день обучения был очень-очень насыщенный, очень полной такой информации, которую мы ждали. Кульминацией обучения стал тренинг от президента компании Сергея Куликова. 14 встреч и другие правила построения сети. Когда я увидела нашего Сергея Сергеевича, вы знаете, в него просто невозможно не влюбиться. Есть талантливые люди, а есть гении. Вот Сергей Сергеевич – это гений. То, что ожидали от него, это обучение, все, что нужно было, мы получили. О, это было так супер, и президент дал такой тренинг, и мы готовы, что сделаем шаги на успехов. Самая главная цель – показать людям, как нужно строить бизнес за счет рекрутирования, за счет построения сетей, и в индустрии сетевого маркетинга нет ничего подобного. Наша система обучения, наш университет APL GO и наша скоростная система в очередной раз доказала свою эффективность. А президент в очередной раз показал, как дороги ему партнеры, и согласился на целую автограф-сессию, даже не подозревая, какая на нее выстроится огромная очередь. Подписываю тетради впервые. Каждый партнер должен получить частичку моей любви. Я, мне кажется, рад больше, чем они. Вам не видно, сколько там людей. Сергей Сергеевич, это столько желающих. Стоим за автографом Сергея Сергеевича. Я мечтала увидеть Сергея Сергеевича. Раньше видела его только в интернете. Сегодня вижу его вживую. Автограф на памяти. До следующей встречи. Я сейчас очень счастлива, потому что это как предзнаменование, что будет удача. Я не сомневаюсь, что самое хорошее впереди. Это очень интересный человек. Он создал бизнес для людей, который делает людей здоровыми, красивыми. Позволяет путешествовать по всему миру, общаться с новыми интересными людьми, зарабатывать деньги. Ну, я думаю, что это вдохновление, я думаю, что это мотивация. Ну как, сам президент подписал, это же здорово. Я приеду домой, буду с своей командой работать уже не так, как раньше, по-новому. Охота домой ехать и делиться всем то, что мы получаем. Но
ехать домой рано. У нас впереди вечеринка, на которую так эффектно лидерам вручили пригласительный. Много огня, колорит Востока и старый торговец Фарук. Пристегните ковры-самолеты. Это Султан Пати. Смертельный номер доставания бороды. Как ты ее надевал? Это не фильм о закулисье Seasons. Поэтому мы даже не будем рассказывать вам историю о том, почему Иван, помощник президента компании, стал Фаруком. И что опять случилось с нашим ведущим, Алексеем Малининым. Че, Лёха? Здесь важно лишь то, что вечеринка состоялась и прошла просто восхитительно. Сегодня Султана Пати. Это вот Фарук, друг Сергея Куликова. И вот сегодня APL GO приехала, сезон сделала. 5 лет она не делала. Вот. Фарук просто не разговаривает по-русски. Я поэтому чуть-чуть переводить с акцента. Поэтому я прошу прощения, если что-то не так, но вы мне очень нравитесь. Итак, давайте вместе с нашими лидерами окунемся в атмосферу Востока. Представьте, что вы оказались на волшебном базаре развлечений. Кругом блестят тысячи драгоценных камней сокровищницы APL GO. Милым дамам в шатре рисуют хной по телу удивительные узоры. Вы на сказочной восточной вечеринке «Султан Пати», которую креативный директор компании Ольга Куликова продумала до мелочей, как и весь форум. Вообще шикарно. Мечты сбываются. Море эмоций, море позитива. Я вообще-то на такой вечеринке впервые, на тематической. И, конечно, она зажигает. Очень удивительно. Совсем рядом с нами Сергей Сергеевич. Приходит, подходит к каждому столу, говорит слова благодарности лидерам. Это настолько ценно, это настолько трогательно. Самый главный султан – это Сергей Сергеевич. Все вот подарил такие шляпы шикарные, да, и мы теперь тоже выглядим как маленькие-маленькие султанчики, которые еще стремятся подняться ввысь и достичь той вершины, которую он достиг, да. Он нас этого учит, и мы к этому стремимся. Что ты почувствовал? Это чистый Восток, я почувствовал себя султаном, и особенно рядом с такими замечательными женщинами. Ну, первая, конечно, это моя супруга Саида Адамова, да, но когда рядом со мной еще были несколько танцовщиц, получилось полное погружение на грани некой таинственности, но это вот такой тонкий-тонкий Восток. APL Seasons – это баланс из обучения, отдыха и развлечений. Поэтому предлагаем вам слезть с ковров самолетов и посетить форум руководителей РЦО. Эффектно открыл третий день обучения на форуме «Президент», подарив по белой розе всем женщинам. Сергей Сергеевич знал, что сегодня православный праздник женщины, и он нам всем леди подарил по белой розе. И еще меня Сергей Сергеевич в щечку поцеловал. Это настолько было искренне и душевно, что просто поток душевности, любви. Для меня это очень важно в команде. То, что излучает президент, и то, что излучают партнеры компании. В такой атмосфере теплоты, красоты и прошел форум руководителей РЦО. Есть какие-то задачи определенные, цели, и все это нужно обсудить, понять вообще всю эту систему и более качественно уже работать руководителем. Для меня это очень интересно, очень познавательно, и самое главное, что компания именно уделяет вот нам внимание, руководителям РЦО, потому что это такой бизнес в бизнесе, который мы не знаем, как его нужно вести правильно. И это очень полезно, это очень значимо для нас. И респект компании, которая вот организовывает вот такие события. Это о сервисе, это о том, что РЦО – это место для роста. Руководитель РЦО – это лидер, а не офисный сотрудник. Поэтому РЦО – это место для развития бизнеса. Невероятное событие. Я так рада впервые увидеть живьем всех лидеров. Невероятная энергетика. Они такие все заряженные, мотивированные, жаждут знаний. И обратная связь потом от них идет колоссальная. Тебя заряжает дальше работать, работать с пользой. Не обошлось без признания. Лучшие руководители РЦО были награждены подарками и дипломами. Они это заслужили. Конечно, рада. Это первый наш диплом в РЦО. Супер диплом, такой вкусный, такой тяжелый. За 9 лет работы, 11-й диплом. И все они вот такие классные, красивые. Они у нас прямо в РЦО висят. И все видят, и действительно мы гордимся, и гордится вся команда. Эмоции зашкаливают, столько призов, столько внимания. Взрыв эмоций, это настолько здорово. РЦОшники, которые не попали сегодня на это событие, очень много потеряли.
Что ж, дорогие партнеры, не посетившие Seasons, вы уже кусаете локти и жалеете, что не смогли посетить главный образовательный форум компании? Мы подольем масло в огонь. Участники APL Seasons не только прошли крутое обучение, но и на славу отдохнули, перезагрузились и наполнились потрясающей энергией, чтобы действовать и масштабировать свой бизнес. Настолько потрясающе, настолько классно, просто великолепно, драйвово, весело, еда такая вкусная. Знаете, и то, что мы здесь постоянно встречаемся со своими старыми друзьями, партнерами, вот это, наверное, еще больше нас сближает. Мы очень много узнаем друг от друга нового, и это нас объединяет. У меня такой отель впервые. Я впервые скатилась с горок водяных. Я впервые полетала на парашюте. То есть мечты микро сбылись. Почему я здесь? Потому что люди, наша компания, наши партнеры, это в первую очередь. Во-вторых, отель 5 звезд, море. Мне все очень нравится. Все эти дни на Seasons с нами был любимый продукт. С ним партнеры не расставались ни на секунду. Ведь это, пожалуй, главная составляющая нашего бизнеса, делающая его таким привлекательным и уникальным. Приходит ко мне человек и дарит мне коробочку. И говорит: «Леночка, с праздником вас! Это маленький вам презент. Это Power Woman». Я говорю: «Что это такое?» «Она говорит: аккумулированное драже». Я говорю: «Что это?» «Просто, говорит, поднять женскую энергию. Просто быть женщиной, просто быть красоткой, забалансировать все свои гормоны, быть счастливой. Сегодня, завтра и всегда». Я попробовала. Офигеть, думаю, открываю интернет, посмотрел APL Go. Вау! Это же все, это все. Это вот опять вернуться в молодость, почувствовать этот драйв, и это возможно. Я стала партнером. Я сразу подписала троих. Я стала рассказывать: девчонки, это возможно. Это просто легко, вкусно. Такого еще не было. Это просто вот так вот, раз и все. И вау, вау, и на, возьми, положи под язык и будь счастливой. Вы еще не с нами. Хватайте возможность быть счастливыми. Не упускайте свой шанс. Это невероятное событие, масштаб шикарный, руководство, знания, обучение. Это такой драйв, это столько эмоций, это отдых, это признание, это слов нет, одни эмоции. Надо посещать все мероприятия. Поэтому, друзья, будьте в компании APL. Нет лучше этой компании, потому что здесь есть все. И молодость, и красота, и признание, и успех, и благополучие. Я вас люблю!